Ты тоже здесь? Ну, хорошо. А я думал, после смерти ничего нет. Тебя расстреляли? Или... Андрюша? С ним все в порядке. Он с мамой в эвакуации под Свердловском. Значит? Да. Это я, живая, настоящая. Пришла повидаться. Точнее, меня прислали. Ясно. Ясно. Тогда зачем спасла? Хочу сама. Давай. Давай! Почему ты с ними? Почему? Зачем? Такие глупые вопросы. Помнишь, человек свободен в своем выборе. Так вот, никакого выбора у меня не было. Либо он, либо... Нас учили не щадить ни себя, ни врагов, но никто не говорил про своих. Как ты попал в плен, я знаю. Потом что было? Да ничего потом не было. Все решилось тогда. На плотине. Рви, лейтенант! Они знали обо мне все. Не про ГС Волхов. Я им был нужен. А убеждать Герр Шульц умеет. Eins. Первый. Zwei. Второй. Drei. Третий. Vier. Четвертый. Fünf. Пятый. Soll ich noch einen erschießen, Boris? Еще одного пристрелить, Борис? Eins. Первый. Zwei. Второй. Drei. Третий. Vier. Четвертый. Fünf. Пятый. Soll ich noch einen erschießen, Boris? Еще одного, Борис? Eins. Первый. Zwei. Второй.
Drei. Третий. Теперь я гер-инженер. Машина. Охрана. И ты будешь смеяться. Любимая работа. Так ты зачем в петлю полез? Не могу больше. Выдохся. Сломалось что-то внутри. Так что давай, делай то, зачем пришла. Так будет даже лучше. Да. Так будет правильнее. Меня уже все равно не спасти. Это большее, что я могу для вас сделать. Прости. Ты меня прости. Завтра я буду в отряде и скажу, что ты готов искупить свою вину. Мы будем ждать тебя на окраине, в лесу, возле развалин. Придешь? Зачем ты это делаешь? Ты мой муж. Ты отец моего ребенка. Я тебя люблю. И сделай так, чтобы я не пожалела об этом. Заманчиво, заманчиво. А вы сами ему верите, только честно. Он мне пообещал. Вот как. Что скажешь, Мадлен? Скажу, что мы говорим о предателе. Он сначала своих предал, теперь готов предать немцев. Где гарантии, что он при удобном случае не предаст еще раз? Я понимаю, что это звучит неубедительно, но если я за него поручусь. После провала операции ваше ручательство немногого стоит. То есть мне нужно было выстрелить в него, когда он болтался в петле? Вам нужно было выполнить приказ! Так, успокойтесь оба. Иметь своего человека у немцев нам не помешало бы. И мы вот так запросто поверим ему на слово. Допустим, мы ему поверим. Он оправдает наше доверие. Его помощь окажется существенной. Но мы не можем дать никаких гарантий, что ему поверят там, за линией фронта, понимаете? Я понимаю. Но я прошу дать ему шанс. А если там засада? Надо сделать все, чтобы минимизировать риски. Товарищ полковник, может, все-таки я пойду? Зачем же человека оскорблять недоверием? Пойду я. А привести приказ в исполнение мы всегда успеем. Спасибо. Оружие. Чист. Оружия нет. Да и вокруг чисто.
здесь останетесь? Поговорим? Значит, вы говорите, если взорвать плотину, то все предприятия в районе лишатся электричества. Не только предприятия. В 10 километрах вниз по течению немцы достраивают полевой аэродром. В случае серьезного прорыва дамбы его просто смоют. Сколько взрывчатки потребуется? Минимум 200 килограмм. И то, если строго заложить в точке инициирования. Вот здесь все. План объекта, схема охраны, там же про аэродром и чистые бланки документов с печатями. Как объясните вашу отлучку? У меня сегодня выходной. Я сказал, что хочу выспаться, поэтому охрана машины мне не понадобится. А если спохватится, будут спрашивать. Сошлюсь на нервы. Скажу, что просто гулял. У меня уже такое было, они мне верят. Поэтому только охраняют, не следят. Кстати, немцы активно кого-то ищут. То ли парашютистов, то ли какой-то отряд. Одним словом, связь у них точно есть. Откуда знаете? Недавно прислали мобильный пеленгатор. Они уже неделю прочувствуют район. Угу. Я понимаю, для документов потребуются фотографии? Я достану фотоаппарат и все необходимое. Ясно. Не спрашивайте про гарантии. А смысл? Даже если вы мне их дадите, они будут иметь мало веса для трибунала. Понимаете. Со своей стороны обещаю, что сделаю все возможное. Понятно, при условии. Я понимаю. Вам туда. Счастливо. Умаялась. Который день толком не спит. Все, пора, уходим. Уже? Склад какой-то. Да не какой-то, а тылового обеспечения. Вон там, где бочки катают, там, похоже, ГСМ. Значит, если это рвануть, на склад перекинется. Ох, и фейерверк будет. Да, фейерверк хороший. Только чем рвануть? Может, на этом складе как раз и взрывчатка есть? Да и задача у нас другая. Все равно об этом доложим. Все, уходим. Давай, пошел. Есть. По режиму охраны плотины все подтвердилось. По аэродрому тоже. Скоро будет готов принимать даже грузовые самолеты. А что с пеленгаторами? Пока засекли только один. Но они же в одиночку не действуют. Я думаю, где-то ходят еще минимум два. То есть Борис дал верные сведения? Только верные, но весьма ценные.
Реализовать мы их не сможем. Народу маловато, взрывчатки нет. Надо срочно с нашими связываться. Радиус действия нашей станции максимум 50 км. Да и то при хороших погодных условиях. Ну а что, если связаться с теми, кого немцы ищут? У них-то точно есть выход на наших? Как? Составим сообщение. Выйдем в эфир, будем надеяться, что нас услышат. Без кодов? Открытым текстом? Да немцы нас в раз засекут и вычислят. Каждый раз будем менять место и время выхода в эфир. А коды? Будем рисковать. А если попробовать школьный шифр? Ну, мы так записки друг другу передавали, чтобы учителя ничего не поняли. Например, А — это один, Б — это два и так далее. То есть все слова вывернуты наоборот и читается без пробелов с конца. Черт! Я же сам девчонкам такие записки писал. Угу. Ну, значит, как-то так. Слышишь, командир, тут в эфире ерунда какая-то. В каком смысле? В прямом. Кто-то цифру стучит. Непрерывно и без пробелов. Действительно ерунда. Гарский. Действительно, бред какой-то. Так это школьный шифр. Чего? Ну, детишки в школе так секретные записки пишут. Не писал, что ли, по малолетству? Расшифровочка. Дружная компания отстала от поезда. Ищем земляков или добрых хозяев. Ответ ждем 30 дней до смены адреса. Значит так, какая-то группа выходит из окружения. Через 30 минут меняют место. Может, немцы что-то мудрят? Да вряд ли, ничего похитрее придумали. И, судя по чистоте, это армейская рация с малым радиусом. Сколько до них? Ну, если они в лесу и погодка нынче так себе, то максимум 30 км. Надо проверить их. Как? Склад тут есть, охраны мало. Пусть возьмут, а мы посмотрим со стороны. Так, а если они откажутся? Если они те, за кого себя выдают, то не откажутся. Шифруй ответ. Нет, задан наперед. Таким же. Прям сразу на связь вышли? Так точно, товарищ полковник. Через 14 минут после первого сеанса. Добро, добро. Ну все, отдыхай. Есть. Добрые хозяева будут рады гостям ЗПТ. Но есть сомнения в прописке ТЧК. Проверить документы можно по адресу улица Местная, дом 16, квартира 33, в течение 2 месяцев. Я только понял, что нас проверить хотят. Ну, если хозяева, значит, местные. Ну, кто они такие на самом деле? А какая разница? 16-33. Это вот здесь. Склады. Вот их нам предлагают ликвидировать. А если это немцы? Если немцы, то нас будут там ждать. Предлагаю из бойцов отряда сформировать разведгруппу. Проверить посты. Когда меняются, сколько, кто охраняет объект. Проверить все подходы и выходы. Есть ли усиление? Если это немцы, значит, будут ждать, охрана будет усилена. А если наши, то по окончании акции найдут, как с нами взаимодействовать. Опасно. Опасно. Но другого выхода у нас нет. Одним мы здесь тоже долго не протянем. В течение 2 месяцев? 2 дней, Марлен. 2 дней. Чует мое сердце. Не придут они сегодня. Придут, не придут. Мы им срок дали. Будем ждать.
was gehört, aber alles scheiße. Lange sollen wir noch hier bleiben? Du machst Schneider. Hab doch gesagt, dass in einer Woche geht weg. Ты что скажешь, наши? Скорее наши. Их за ловушка, я бы заприметил. Я ж тут почти сутки кукую. Глянь, правую вышку. Часового сняли. А ты ниже глянь. Лихо работают. Только за забором наверняка сигналки натыканы. Теперь точно знаем. Наши. Пока вроде все по плану. Немец он тоже как. Больше за свою шкуру дрожит, чем за склад. Он как это. Знать бы еще, что у них там эти сигнальные ракеты. Все, сигнальный отход. Есть. Бери четырех бойцов, и вам с той стороны на себя оттяните немцев и сразу уходите. Есть. Селиванов! Максутов, ко мне! Остальные за мной! А где Жихарев? Так это, вы же сказали, мы с Максутом, вот она и... Максутов, за ней, быстро! Все, отходим, отходим! Сейчас их отрежут от леса. И каюк. Пошли! Что? Командир приказал! А группа прикрытия? 5 стволов, не больше. Может, подмогнем? Магнём. Пошёл. Слишком близко, отходим быстрее! Nehmt ihn am Leben! Возьмите их живыми. Что? Я ногу подвернула! Да, Бахтияр, уходи! Дура! Уходи! Вставай! Alle sind bereit. Кажется, оба готовы. Там что? Боец наповал. Девка жива. Собери орудие. Ага.
Господин штурфюрер, доброе утро. Я прочел вашу докладную об окончании основных работ, но это не та причина, по которой мы пришли. А по какой же? По поводу вашей обеспокоенности относительно близости плотины. Я произвел очередные подсчеты и учел возможные риски. И я пришел к выводу, что я немного ошибся. Вы хотите сказать, что волна паводка сюда не дойдет? К сожалению, дойдет, но... В предварительном расчете я не учел некоторых особенностей рельефа, который может снизить скорость волны. Соответственно, снизится и сила удара. То есть у вас будет не 20 минут, а минимум час. Ну, я не могу сказать, что вы меня успокоили, но, тем не менее, час — это лучше, чем 20 минут. Скажите, я могу взглянуть на ваши расчеты? Конечно, если будут вопросы, задавайте. Хорошо? Хорошо. Я бы, если можно, выпил кофе. Да, я тоже. Пожалуйста. Прошу вас, угощайтесь. Кофе, бутерброды. А я, с вашего позволения, немного разберусь с этими документами. Спасибо. Это что? Настоящая лейка? Это? Да, действительно. Разрешите? Кемке, что вы скажете? Господин штурмфюрер, здесь определенно есть над чем поразмыслить, но я думаю, что мне понадобится еще немного времени, чтобы сделать какие-то точные выводы. Да, пожалуйста. Оставьте себе документы. Хорошо? А вы интересуетесь фотографией? До войны интересовался, да. Но такой я, конечно, и не мечтал. У отца была революционная камера обскура. Вот он меня и научил. Одно время я даже был внештатным корреспондентом маленькой местной газеты. Неужели? Да, пока не женился. Понимаю вас. Знаете, моя жена тоже весьма скептически относится к моему хобби. Считает, что я могу больше времени уделять семье. Но, как говорится, охота пуще неволи. Сейчас вроде нормально. А что будет дальше, я не знаю. Лекарства нужны. Да и доктор не помешал бы. Километров 5 от склада, село Крупенич. Ну? Он там должен быть. Может, и есть. Только вот пойдет ли? Не тащить же ее туда. Надо, чтоб пошел. Ну, надо так надо. Бери Алана, иду туда. Есть. Добрым на связь выходит, командир. Ну, а что эфир? Школьники появлялись? Молчат. Зато немцы зашевелились. Радиообмен 10 раз подскочил. Но я думаю, день-два успокоится. Ну, тогда и пойдем.
немцы кругом. Сколько? Откуда уж я знаю. Может, 20, может, больше. Днем приехало две машины и подвода. Ну? Привезли убитых, своих и наших. Своих сразу увезли, а наших в амбаре сложили. Ну, там, возле сельсовета. Ну? Ну и сами расположились. Говорите же, что надо? Товарищи нашего раненого, если не поможете, долго не протянет. Поможете? Характер ранения? В предплечье. Осколок мы вытащили, но, думаю... Ну, можете не продолжать. Ну и где же он, ваш товарищ? Да тут недалече. Вы только лекарства прихватите какие-нибудь. Вы меня еще поучите. Ждите здесь. Есть. Таким образом, имеем убитых 9, раненых 5. Ну, там у них, слава богу, ничего тяжелого нет. Это еще хорошо, собак у них не было. А кто так по следу голыми руками бы взяли? Да. Что собак не было, это хорошо. Значит, не засада. То есть, если эти снова выйдут на связь... Вот когда выйдут, тогда и будем решать. Держи хрен. Нет, мы можем еще раз район прочесать. Если заблудилась, не найдем. А если к немцам попало? Значит, доставили в ближайший населенный пункт. Какой? Крупенич. Вот сюда и надо послать группу. Это почти 50 километров крюк. Даже если сейчас выйдут, только к утру доберутся. Раньше утра там делать нечего. В принципе, да. Разрешите исполнять? Давай. Сядь, не маячь. Ладно. Ой, ну, к счастью, никаких жизненно важных органов не задето. И серьезной угрозы для жизни вашей, вашего товарища нет. Однако ранение достаточно тяжелое, рана глубокая. В общем, постоянный уход ей нужен. Вот, пока чем могу. Тут подробная инструкция. Ну, остальное передам тому, кто проводит меня обратно. Отдохнуть? Благодарю, но я предпочитаю отдыхать в собственной постели. Как скажете. Спасибо большое. Не волнуйтесь. Доберемся быстро. Да-да, я помню. Бог тут недалече. Что там? Ну, немцы успокаиваются потихоньку. А эти так и не появились. Может, они все у этого чертова склада полегли? Интересно, куда они народ гонят? Видимо, на площадь. На кой ляд? Скоро узнаем. Японский городовой. Так это ж наших повезли. Твари. Сколько там наших? Все. Максудов, все. И Вера. Это ж наша, мы уже... Ее нет.
значит, по крайней мере, жива. Узнать бы еще, где она. Achtung bitte! Прошу внимания! In der vorletzten Nacht wurden vor dem Angriff 14 deutsche Soldaten getötet und viele weitere verletzt. Позавчера в результате нападения были убиты 14 немецких солдат и офицеров, а также многие были ранены. Wir wissen, wer für den Angriff verantwortlich ist. Мы знаем, что ответственные за это находятся где-то рядом, в лесу. И мы будем вынуждены взять заложников. Заложников берут. Надо проследить, куда их отведут. Aus diesem Grund geben wir euch 2 Tage. Denkt über eure Nachbarn nach. Werden wir sie erschießen, wenn ihr uns keine Partisanen zeigt. Если в течение 2 дней ответственные не сдадутся, мы будем вынуждены расстрелять заложников. Уходить надо, пока немцы все там. Нет. Подождем до ночи. По крайней мере, может быть, узнаем, что с Верой. Где она? Борис. Борис. Sie erlauben? Разрешите? Bestellen Sie den Koffer. Поставьте чемодан на стол. Abtreten. Вы свободны. Простите, что вынужден беспокоить вас в выходной день. Что-то случилось? Да нет, совсем ничего. Если не считать, что там идет война. А у вас тут довольно уютно. В отличие от ваших товарищей. Насколько мне известно, некоторые из них живут как свиньи. У меня здесь нет товарищей. Да, я знаю, и женщин у вас нет, и спиртное вы не пьете. Собственно, знаете, это не цель моего визита. В последнее время мне решительно не нравится ваше моральное состояние. Особенно эти выходки с побегами от охраны и небрежность в обращении с документами. Но да ладно. Учитывая ваш разговор с господином Кемпке, я решил сделать вам небольшой презент. Это мне? Да. Надеюсь, ваше довоенное увлечение благотворно повлияет и на ваш дух, и вы, наконец, перестанете, как это по-русски, хандрить. Это слишком дорогой подарок для меня. Я не знаю, как смогу вам за него отплатить. Лучшей благодарностью будет ваша работа на благо Рейха. И давайте условимся. Своим хобби вы будете заниматься исключительно вне службы. В противном случае вы попадете на заметку гестапо, и тогда уже даже я не смогу вам помочь. Кстати, Кемпке изучил ваши расчеты, и они навели его, как мне кажется, на довольно интересную мысль. Посмотрите. В наиболее опасных местах береговой линии возвести что-то типа укрепительных валов. Что значит что-то типа? Именно укрепительные валы. Кемпке считает, что они способны не только значительно ослабить силу удара, но и вообще направить волну в обход объекта. Понятно вам? Что вы скажете? Вполне возможно. Но на это уйдет очень много времени, уже не говоря о людских и материальных ресурсах. А вы об этом не беспокойтесь.
Ваша задача – провести необходимые расчеты. А остальное – это моя забота. До свидания. Самой войной в город ехали с леденцами. Помню. Они потом от жары потекли. И платка, как назло, не было. А ты ему рот панаму вытер. Так я не смогла отстирать. Помнишь? Я все помню. Потом по всей улице воду искали. Пить, говорит, хочу. Воды нет, один лимонад, праздник же. Потом купаться пошли. И я кричу, держу, сына твоего держу. Он улыбается, на тебя похож. Помнишь? И помнишь, лошадку купили, деревянную. Как у тебя в столе, в том. Помнишь? Я все помню. Пей. Еще пей. Еще чуть-чуть. Ты пообещай. Пообещай, что все исправишь. Не испугаешься, как тогда? Я не испугаюсь. Мы все вернем. День тут вернем. Все вернем. Ты главное пообещай. Обещаешь? Обещаешь? Товарищ инженер-лейтенант, я пообещал, а ты будь добр, сделай.